Всем привет, с вами Сан 69 Full, это прохождение игры Dragon Age Начало. Сейчас мы еще находимся в башенке. Так, мы тут взяли подарочек для Алистера. Вот эта дверь, которая была закрыта. Там нас поджидают, как вы думаете, кто? Ну, понятно, кто. Порождение тьмы. За меня все сказал. По 10 бьют. Так. Помимо того, кролика. Блин, ну ё-моё. Получи. 6 гранат. Так. По 6 гранат получил. Так. Выбираем всякий лут. О, сундучок. Да. Так. Это ж... Нет, это не то. Нет, тут роги нету, я думал, тут есть рога. Хание создателя. О. Как эти бестии оказались здесь впереди всей Орды? Здесь не должно было быть никакого врага. О-хо, твоя правда. Даже здесь, если подумать, есть светлая сторона. Как бы то ни было, нам надо спешить. Мы должны подняться на вершину башни и вовремя зажечь сигнал. Тейрн Лагейн его ждет. Окей. Зажгем челс сигнал. Сейчас нас ожидает еще кучка порождений тьмы. Куда же без них? Даже не кучка, а толпа. Орда. Прям грибок. Входим, тут нас ждут лажевые порождения тьмы, которых может убить одного в одной плюс. Лоло, подрождение тьмы называется. Ого, зато от них эльки падают. Они хоть лоло, но с них что-то хорошее падает. Ой. Извиняюсь. Так, сейчас постреляем с катапульт. Можно своих попасть, пока не будут нам стоять. От баллист, то есть баллист. А, по своим попадаем. Ух, как их там много. Сделаем вот так. Эти в жопу. Половина из них умерли уже. Так. Алистер или нет? Хранитель башни у нас. Умер. Умер он. Так. Собираем с них всякое бред, который с них падает. Сейчас надо будет комната с собаками. Покажите. Да, наверное. А, нет. Я ошибся. О, левел ап. Это круто. Поднял. Нанял много эксп... Нанял... Тьфу, блин. Короче. Набрал много экспириенса и поднял левелап. Как говорил гоблин в переводе там этого такого Властелина колец. Так. Баночки падают, видишь, хорошо. Так, посмотрим, что нам за левел можно прокачать. Как всегда, прокачаем силу воли и магию. Так. И прокачаем. Что же мы прокачаем? Что это такое? Цели прошедшие. Так. Воронка смерти. Это совсем не интересно. Отвечение, чем плюхами, как кидаться можно. Ладно, вот это изучим. Это тоже плюх.
Так, у меня замочек открыт, значит, я могу его перенести. Так вот, херак, 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 херак. Ой, не херак. Ну. Так, теперь закроем. И заметьте, можно ее растянуть. Надо открыть. Так вот. Закроем. Сейчас мы вышли из этого. Тут, ну, нам говорят, типа, король без нас отстой. То есть не справится, то есть. Так. Бежим. Нас поджидает, как всегда, толпа противников тьмы. Куда же без них? Вот я вроде демонстрирует руку. Пух. Она сбивает с ног. Только мне надо отходить, я маг, блин. Как зафигачит плюху. Не добежишь ты. Хрен ли бежишь. Знаешь, что не добежит, добежит. Настырный, капец какой. Уже половину наших убили. Что-то я никому хилки не использую, мне жалко их. Хотя придется сейчас самому использовать хилку для хоп, для манны. Потом мы сделаем регенерировку немало. Будь у нас хотя бы 10 золотых. Хотя это не очень скоро будет, потому что 10 золотых это очень много. Куча костей. Опустим-ка эту кучу. Тут у нас упал железный хрень какая-то. Так. Собираем всякое барахло, которое с них падает. Берем лук. Идем в эту комнату с собачками. Да-да-да. Нажимаем вот эту штуку. И собачки нам помогают убивать эмиссара. Ну, какая штука хорошая. Только это не эмиссара воин. Вожак. Ну почти то же самое. Сейчас мы пульнем. Драк. Упал. Патрульные собаки. Вот без собак мы в два раза дольше их били. Наших может быть завалили. А с собаками все гораздо легче. Вай, какой крутой щит. Вай-вай-вай, просто. Ну, игрок корни смерти. Они типа роги. Какие-то ишки падают, хорошо. Ой, да. Жаль, собаки с нами дальше не пойдут. А хотя мы их сейчас приведем сюда, народ, чтобы они нам помогли. Иди сюда. Во-во-во-во. Во-во-во-во-во-во-во, это уже круто. Будут все знать, что нас нельзя трогать, что у нас есть защита собак. Собак. Странно. Защита собак, так. Половина из них уже стали трупами. Собак, пошли дальше зачищать, круто. Я всегда удержу... Как и говорил, тап, и вот все луты подсвечиваются с мобов. Ну, то есть с мужиков. Так. Убиваем этих блоков. Ты даже не знаю, на ком мне нацелиться. Убиваем всех, чтобы никто живой не остался. Так, куда же ты бежишь? Ты меня все равно не ударишь, лол. Так, убей всех этих. И всех этих облутим их. Отлично. Облутим их. И на этом я с вами прощаюсь. С вами был Санди 69 Full. Всем до встречи и пока.